Всем здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Такие Волк Эксплейн. Сегодня мы поиграем в Wildcraft, без разницы. Будем играть не за волка, а за лису. Продолжим с вами качаться. И давайте не будем тянуть время, не будем тянуть кота за яйца. Будем, короче, начинать. Так, давайте в обычных. Так, давайте начнем. Вот, кто какой бы выбрал? Я бы, конечно, выбрал саванну. Куда я лежала? Я даже не знаю. Сейчас посмотрим, короче. Наверное, в зимний лес. Давайте, давайте, давайте. Почему бы нет? О, как раз у меня новый квест. Надеюсь, я... Да, я, слава богу, этот выбрал, потому что... А, это... Ага, мне надо убить скунса и енот. Это все в зимнем лесу, конечно, находится. Но... Ну, и здесь можно убить. Итак. Там же? А, да, это они. Двойки. Выполнено сегодня такое наше задание. Выполнено сегодня только наше задание. Остальное уже будем прокачиваться в следующем ролике. Так, иди сюда, собака. Просто, по идее, пока я буду убивать их, пока вот когда я его закончу, этот квест, тут как раз 20 уровень наступит. И что хорошо, то что он так. У него какой, кстати, уровень солнца? О, солнце уже 20-й. Мне только осталось добить, и все так-то. Я не знаю, почему солнце добил такой уровень. Я за лунную играю, и все норм. Может, мне за солнце играть? Солнце, стоять! Стоять! Я хочу тебя выбрать. Почему мне вот интересно? Ладно, мне играть пока лучше за луну, потому что мне надо ее прокачать, луну. Поэтому мне надо играть именно за нее. Так, иди сюда, сладкий пирожок. И все, давайте так. Блин, они нам не нужны, но окей, давайте убьем. Возможно, будет вторая часть этого видео, может, я сделаю. Может, это видео будет коротким, поэтому, возможно, это будет следующая вторая часть. Может быть. Точно не знаю. Ну, просто где лапки. Вот как раз кем двое. Ну, хотя мне один нужен. Какая разница? Так, так, давайте посмотрим, что у нас выполнилось, задание какое. Так, ну вот, собрать. Завершение. Идет, ждем, ждем. Ждем, ждем. Итак, теперь награды, награды, награды. И у нас вот столько эликсира. О, я целое это даже не собрала. Чтоб когда дадут. Ага, спасибо. И вот такой еще скин. Ой. Я случайно телефон выключил. Поэтому, простите. 11 уровень. Нормально, нормально, нормально. Недавно начали его. Ладно, так, нам нужно пойти в зимний лес. Вы чё? Окей, да.
давайте в зимний лес, там надо убить нам зайцев. Кролики, кроликов мы убивали, но нам надо зайцев. Это зайцы? Да, это зайцы, там были кролики. Значит, я не ошибаюсь. Так, ладно, нам надо здесь больше 4. Четверо свой. Сейчас копаем одну. Все. Я погоню. Есть, не обязательно. Нам главное вот это скопать. Что, серьезно, не пошли поесть? Блин. Ну да, это мы в этот раз что мы делаем только. Еда. А почему у меня не этот? У него уже 21-й, а у меня только такой, блин. Вообще обнаглели. Просто поражаюсь. Просто поражаюсь. Окей. Нам надо убить еще троих. И на этом мы закончим. Нам бы хотя бы этих еще найти, кроликов надо. Ой, зайцев, то есть. Зайцев бы найти. О, конфетка. Понятно, что у него здоровье больше, но мы убьем его. Не так быстро, как прямо играем за волка, но нормально. Нормально сойдет. Так, где кролики? У меня есть вопрос вот такой. Лисы. Вы что, вы хотите нам сказать? А, вон. Все мои сладенькие, ням-ням-ням. Луна, давай. Сейчас. Погнали. Итак, убиваем кролика, то есть зайчика. И кусаем. Так, мы скусили. Так. Еще один кролик. Ух ты, это хорошо. Так, слепаем. И давайте словим с вами еще, ну а последний выполним как раз таки наш квестик. Ура! Наконец-то я могу забеременеть, ребята. Итак, вы были на канале Тхи Волк из Плейнг. И с вами были лисички, львенок и бузья коровка. И мы с вами сегодня выполняли квест. Итак, ребята, вы были на канале Тхи Волк из Плейнг. Всем удачи, всем пока. Будет вторая часть, нет, первая часть по выращиванию третьего ребенка. Так что, ребята, всех любим, уважаем, обожаем. Ну а вы были на канале Тхи Волк из Плейнг. Мы играли в World of Craft. Мы выполнили квест. И на этом можно заканчивать наш видосик. Он будет идти 10 минут. Это мало, но нормально. Ну что, ребята, всем пока-пока.